Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. И сегодня я хочу вам поговорить о проекте WebMissy, в котором я уже более месяца. Проект действительно долгосрочный. Вот, много людей переживали за этот проект, спрашивали, как он будет работать. Вот, и я кое-какую информацию сейчас узнал. Очень много анализировал. Вот, я еще месяц назад проинвестировал сюда $300. Я хочу тут, конечно же, усиливаться. Вот, также мои партнеры все тоже приняли решение усиливаться. Вот, мы этот проект очень долго анализировали, изучали. И к какому выводу я пришел? Действительно, проект очень хороший, на мой взгляд. Вот, это только мое мнение. Я его никому ни в коем случае не навязываю, да. Я никогда ничего не рекламирую, вы должны это понимать, то что я всегда предупреждаю о рисках, и вы делаете только своей головой. Так вот, друзья, на мой взгляд, этот проект действительно очень шикарный, профессиональный, и по моему мнению, как я и говорил еще месяц назад, то что эта тема будет работать, возможно, год, возможно, даже и больше. Я пообщался с администрацией, и... Я, если честно, не сильно верю, да, то, что там рассказывают всякое могут. Я очень много информации кругом просмотрел, проанализировал, его развивает очень много лидеров, развитие идет, ну и также администрация говорит, что все дела идут хорошо, да. Поэтому, как видим, то, что по первому у нас тарифу люди даже уже заработали доход, и все, конечно же, поддерживают, все пойдут на реинвест. И все у нас тут, как видим, ну, великолепно. Я еще тогда зашел на 12 недель, потому что я был уверенный, как бы администрация с опытом работает всегда отлично, я был уверенный в этом проекте, поэтому я даже зашел на 4 месяца, да. Тут есть планы менее рисковые, это майнинг-бот. Кстати, инвестировать можно до $5000. Ну, я думаю, порог здесь такой достаточный, да. И тем более можно создавать даже не один депозит, если я не ошибаюсь, это конечно не точно, да, если у кого есть сумма больше, вот, пожалуйста, на месяц у вас есть план, если все понравилось, все хорошо, можно заходить на майнинг карт, можно заходить на майнинг ASIC, и дальше тут доходы, конечно, уже повыше, да, вот, ну, такие вот процентики у нас неплохие, да, я буду усиливаться, я даже думаю, то, что я буду заходить и вот сюда, вот, да. Тут у нас получается сколько? Так, тут на 3 месяца, как я говорил, да, делим на 4. И тут у нас на 4 месяца, да. Я даже думаю, что можно вот сюда зайти. Я смотрю, развитие идет очень хорошее. Многие люди заходят и вот сюда вот. И давайте посмотрим и премиум планы. Есть такие, кстати, ребята, которые заходят и на премиум планы. Значит, я говорю, я очень много изучал информации об этом проекте. Вот, я не хочу говорить сейчас пустые слова. И действительно развитие идет очень хорошее, потому я сюда смело, не опасаясь, и зову побольше партнеров, вот сейчас этим буду заниматься, да. И, конечно же, я принял решение сюда тоже докинуть, да, поднакоплю чуть больше сумму и буду сюда поднакапливать и хочу докинуть, да, по статистике видим, что все отлично. Статистики, если честно, я не сильно вот верю, но то, что я вижу по лидерам и по развитию, то участники, как я видел тоже по лидерам и по развитию, то реальные, они добавляются и действительно статистика растет, да. Вот, давайте перейдем сейчас в свой кабинет, проверим еще вывод средств, давайте вывод средств сейчас закажем, так. Закажем мы на USDT-шку, давайте мы сейчас закажем сумму выплат, вот это все выведем, то что у нас тут накопилось. Так, ну и написано, если ваша выплата попала в ожидание, такое, конечно, не очень редко, я думаю, случается, там может раз на миллион, да, но в любом случае она будет выполнена тогда в ручном режиме. Вот, а так выплаты тут инстантом. Как видите, у меня пришло, USDT-шку, кстати, всю я обналичил. Кое-какую крипту я храню на MetaMask, USDT-шку я обналичил, и у меня сейчас, как придет выплата, сейчас у меня должно появиться о зачислении, да? Так, друзья, кстати, самое главное, не рассказал об этом проекте, у кого не заходит, это только для территории РФ, почему-то не заходит на сайт, да? Есть такая кнопочка, как VPN. Это приложение, кстати, можете установить браузер Opera, там включить VPN.
с телефона можете приложение установить VPN, то только вход только через VPN, да. Вот такая небольшая проблемка, да. Ну, я считаю, то, что это не сильно такой большой минус, потому что сейчас 90% вот этих инвестиций, у них у всех так, да, только сайт какое-то время работает, я бы сказал бы даже 99,9, да, только сайт какое-то время работает, то сразу начинается доступ через VPN. Так, все, средства у нас отлично зачислились, вот видим, так, средства зачислились, да, доступ только через VPN. Вот, и как же здесь зарабатывать, да, выйти на доходы более 100 баксов в месяц стабильно. Тут есть шикарная партнерская программа. Давайте мы сейчас к ней перейдем, и я вам расскажу, как вы можете с минимальными вложениями или без вложений строить свою структуру. Значит, смотрите. Тут у нас, да, депозит до 1000 баксов, у нас нормал, вот, и получается 3105, да. И у нас тут есть литер от 2000 долларов, это 7210505. Я считаю, то, что шикарная партнерская программа. Например, вы тут закинули, да, и можете общаться с какими-то лидерами, можете какие-то объявления рассылать, каких-то находить MLM-щиков, каких-то людей, которые работают в таких вот похожих темах, да, там как был Финику, там Антарес, находить группы там по Финику, там Антаресу, искать там людей где-то, там каких-то лидеров искать, там каких-то сетевиков, постоянно работать, уделить этому время, и вы можете зарабатывать спокойненько, люди зайдут, инвестора, поверьте, заходят и на 5000 долларов, как показывает мой опыт, да, и вот раз вам 150 долларов. Потом человек еще кого-то пригласил на 5000 долларов, да, вам 50 долларов, потом 25 долларов, да, неплохо. То есть даже без вложений, да. Вы можете, кстати, там, да, тут минимальная инвестиция всего лишь 20 долларов, да. Почему я это все говорю? Потому что дорожная карта выполняется, дальше у нас идет листинг, запуск платформы WebMissy Pro. Ну, как бы сейчас, в ближайшие пару месяцев, я считаю, что рисков как таковых больших нету, да, риски сейчас минимальные, потому что мы видим то, что, ну, как бы сейчас вот, да, видим то, что много людей сюда зашло, и администрация дорожит репутацией, поэтому в ближайшие пару месяцев, опять-таки, это только мое мнение, да, то, что идет все у нас по плану, и все хорошо, можно не особо переживать за партнеров. Так, ну, о рисках тоже никогда не стоит забывать, не надо брать кредиты, не надо там залазить там где-то там еще, последние деньги инвестировать там в надежде, да. То есть это касается правила инвестирования. То есть не только этого проекта, не говорю, что там плохой проект или нет. Это касается вообще всего, да, потому что в любом любом бизнесе, даже хоть это вы откроете реальный там где-то бизнес, нужно понимать то, что правила свободных денег. Вот такой был у нас обзорчик. Побольше профита, ну и до новых встреч.